7.50 утра, метро «Динамо», и отсюда с 8 утра начинают стартовать автобусы на практическую смену «Селигер 2012» в район города Осташков, на озере Селигер, и я еду в одном из этих автобусов. Соня, доброе утро. Скажи, пожалуйста, куда мы едем? Мы едем на форум «Селигер», на смену Чем вот смена, политическая смена Селигера примечательна в 2012 году? В 2012 году на форуме Селигер, на смене политиков, как раз получат люди с различными политическими взглядами, с различными мнениями. Будет очень много разных интересных людей. В этом году организатор форума, администрация форума решили, что не важно, кто решает проблему, важно, главное, что проблемы решены. А какие лично твои ожидания от путешествия и смены? Ярких, жестких политических споров между участниками. Я думаю, будут споры, но будут именно споры, а не высказывания различных точек зрения. А то есть ОМОНа можно не ждать? Я думаю, нет. Ну вот и приехали. Примерно 350 километров дороги. Николаева. Да, Ой, надо пойти пока определяйтесь, кто у вас остается. Дежурный, оба на месте. Вот это здание называется Селигер Сити. Ага. Там расположены штабы всех смен, лекционные аудитории, партнеры. Ну вот, можно сказать, в лагере разместились возле Селигера. Сейчас идет экскурсия. Ну а мы продолжаем гулять по лагерю. И только что в одном из селигерских магазинов были замечены презервативы. Так что, похоже, слава о лагере идет не зря. Друзья, давайте мы кричим так, чтобы нас услышали! Привет! Это смена для будущих политиков страны, тех, кто определит курс внутреннего и внешнего развития в дальнейшем. Этот Селигер для вас, ребят. Мы пригласили разных людей для участия в этой смене. Разные политические взгляды. Не бойтесь использовать свою символику, политическую, гражданскую, доказывать свою правоту в дискуссиях, в дебатах. Именно для этого мы организовали эту смену. На этой смене будет присутствовать много разных людей. Оппозиционеров, представителей власти, задавайте им те вопросы, на которые вы сами не знаете ответов и хотите получить. Флаг смены поднять!